Симонова Елизавета, город Москва, клуб «Латинский квартал», руководитель Сергей Туванов. Пятое место заняла пара под номером 9, Савицкий Никита, Сухинина Арина, город Тюмень, детско-юношеская спортивная школа, руководитель Алексей Литвинов. Четвертое место заняла пара под номером 38, Нарушина Ван Гершова Наталья, город Кинель, клуб «Пульсар», руководитель Андрей Икимов. Третье призовое место заняла пара под номером 5, Соколов Егор, Сорокина Анастасия, город Самара, клуб «Фортуна», руководитель Анжелика Сорокина. Второе призовое место заняла пара под номером 1, Карпов Андрей, Конева Виктория, город Тула, клуб «Ритм», руководитель Евгения Кулаченкова. И победителями в этой группе танцоров стала пара под номером 30, Тарасенко Егор, Полотникова Анастасия, город Москва, клуб «Баланс», тренер Мария Захарова. Для финалистов, и мы продолжаем награждать юниор 1 плюс юниор 2 до D-класса. Шестое место.